В Сургутском районе воспитывают пожаробезопасное поколение. Обучению основам противопожарной грамотности здесь уделяют особое внимание. Чтобы заинтересовать юных слушателей, к ним подходят современным путем, например, с помощью VR-очков. Они были приобретены на средства гранта губернатора Югры и главы Сургутского района. Теперь дети, попадая в виртуальную реальность, оказываются в своей школе сначала в задымлении, а после видят и открытое горение. Задача – покинуть помещение, соблюдая все правила и нюансы. По мнению организаторов, такие виртуальные игры помогают запомнить детям алгоритм действий и расположение запасных выходов. Обучение проходит и во дворах в условиях, приближенных к реальности. Также на средства грантов управления ГО и ЧС Сургутского района закуплено оборудование, палатка и дымогенератор. Созданная атмосфера позволит не растеряться при реальной опасности и избежать тяжелых последствий. Во-первых, создается реальная обстановка в палатке, включаем дымогенератор, задымление, и детям рассказываем, как нужно себя вести. И вот закрепляется навык, вот что они находятся именно в обстановке с огнем, как правильно нужно действовать. Плюс VR-шлемы, они способствуют современным методам обучения, как нравится детям в игровой форме. То есть на основе реальных плана школы, как нужно действовать в школе, в помещении, какие действия, последовательность их закрепляется. Детям это нравится, они с удовольствием этим занимаются.